Я директор блока экспертных сервисов компании Bizon. Работаю в Bizon с самого начала, уже больше почти 3 года. И, собственно, в информационную безопасность пришел, наверное, в году 2003-м, еще в ВУЗе начал этим заниматься. После занимался этим в разных компаниях, как в больших, так и в маленьких. И в итоге позвали в Bizon. Мне всегда интересовала практическая безопасность. И я подумал, а почему бы мне не попробовать себя в этой области. Доказал руководству, что тестирование на проникновение – это интересно и нужно. На меня посмотрели скептически. И потом я поехал, собственно, на одну из дочек этой компании. И прямо не заходя в здание, с парковки я получил очень критичные данные. Это все показал руководству, что даже не надо было заходить в здание, чтобы были уязвимости там, в Wi-Fi сети. И, собственно, я проник в сеть предприятия, все это дело показал, причем в разрезе, как это все устранить. Это все очень понравилось руководству, и решили, что надо бы создать целую лабораторию анализа защищенности. Лейтмотивом нашей конференции вот в 2019 году мы выбрали аппаратные атаки. Атаки настраиваемой системы. Очень много активностей на Авзоне посвящено этому. У нас есть стенд, вот, и вот на заднем плане мы видим, где ребята собрали много-много разного оборудования от разных производителей. Это умные розетки, умные лампочки, это видеокамеры, какие-то системы с контролем доступа. 95% всех устройств оказались уязвимы. Там были либо очень крупные критические уязвимости, либо какие-то мелкие уязвимости. Производителям некоторых умных домов, устройства умного дома, им невыгодно делать патчи, устранять уязвимости. Им гораздо проще создать новую линию, запустить новую производственную линию и делать новые устройства, чем отзывать старые, как с этим разбираться. Потому умный дом сейчас в последнее время стал очень доступен. Раньше его делали только эксперты, его делали только высококлассные специалисты, и стоило это дорого. Сейчас, грубо говоря, за пару десятков тысяч рублей можно уже себе там собрать, управлять шторкой, там, лампочкой в туалете и так далее. Но, опять-таки, обилие этих устройств, никакой стандартизации и, как результат, очень много уязвимостей. В ходе нашего этого ресерча, нашего исследования этих устройств, мы нашли, допустим, уязвимость, с помощью которой мы могли управлять десятками тысяч розеток, которые выставили люди в интернет. Ну, то есть у них нет специальных знаний, нет компетенции, как правильно это настроить и безопасно. Даже уязвимое устройство можно как-то изолировать и безопасно настроить. Тем не менее, люди просто в интернет выкидывают со стандартными паролями устройства, и это как бы приводит, конечно, к плачевным результатам. Мифов очень много. Первый миф – это что атаки аппаратные – это очень дорого. Это действительно было так. Пару лет назад микроскоп, там, допустим, для анализа микропроцессоров или, допустим, какое-то оборудование для химической полировки кристаллов, оно все было очень дорогое. То есть это сотни миллионов рублей. Сейчас же начинающую лабораторию для исследования, для аппаратных атак, для того, чтобы провести как-то аудит вот этой железки, можно на китайских площадках собрать за десятки тысяч рублей. То есть стало намного доступнее. Люди стали в этом намного подкованнее. И сейчас все больше и больше злоумышленников обращают внимание именно на вот это. Мы хотим подсветить эту проблему, что ей нужно заниматься не только злодеям, они в этом уже занимаются, а и безопасникам, посмотреть в эту сторону. Ведь корнем безопасности любого устройства является все-таки железо, является микропроцессор. Сейчас можно в Даркнете найти объявление 10-15 долларов, атака в 200-400 гигабит в секунду, это на 5 минут. Это уже достаточно обычная история. Что еще делают? У нас, когда был бум майнинга, использовали производственные мощности этих устройств, которые раскиданы по планете, просто для того, чтобы намайнить себе какую-нибудь криптовалюту. Что у нас еще делают? Во-первых, могут получить несанкционированный доступ к вашим данным, а для некоторых это очень критично и критично. Плюс во многих компаниях тоже ставят, допустим, CCTV устройства, это камеры. Если сеть настроена неправильно, обычно
подломав эту камеру, злоумышленник прямо из интернета, с другого конца мира, может получить доступ прямо внутрь вашей сети, добраться до бухгалтерии и сделать правильную платежку. Вот. Такие случаи тоже бывали. Бывали уже случаи, когда использовали устройство как проксю. Ну, то есть, как непосредственно один из узлов, чтобы анонимизировать свою атаку. И, собственно, выходным узлом являлась как раз чей-нибудь модем, ну, прошу прощения, там роутер, и, либо там камера и так далее. И, собственно, у силовиков первый вопрос был именно к держателю этого устройства. Это, конечно, вряд ли приведет к посадке там, в места не столь отдаленные, но, тем не менее, это как минимум неприятно разбираться с силовиками. Ну, в целом, большой ущерб – это, наверное, только кража личных данных. Я обратил бы внимание на именитых вендоров. Они действительно уделяют внимание безопасности и заботятся о том, чтобы даже из коробки, даже при минимальных настройках, это было более не менее безопасно. Лучше всего, конечно, обратиться к специалистам. У них есть некоторые best practice, которым они следуют, как настроить хотя бы на сетевом уровне это все дело безопасно. Это первое. Второе, конечно же, у нас все забывают, и почему-то никто не вспоминает это очень долго, пока не случится что-нибудь. Все оставляют стандартные пароли. Нельзя этого делать, потому что пароли нужно менять. Многие производители уже уходят от такой практики, как стандартные пароли, там админ, админ-паспорт и так далее, там, или делают принудительную смену пароля, но тем не менее мы до сих пор сталкиваемся, что даже когда человека заставляют изменить пароль, он сам уже ставит админ-админ или админ-кьюверти. Говорю всем сотрудникам и стараюсь придерживаться этого принципа сам: безопасность любит тишину. Если у вас где-то как-то что-то настроено, вы как-то что-то сумели, не надо об этом где-то писать, об этом что-то говорить. Безопасность любит тишину.